Страна FM принимает поздравления. Ну что, пожелаем мне Маше удачи. Знаешь почему? Почему? Я ждал этого момента, честно. Лига, легалайз. Я ждал этого здесь момента. У нас, потому что я думаю, ты не ждал такого, что я когда-нибудь тебе скажу. Такой же 30-летний чувак. Я рос на тебе, понимаешь? Я на тебе рос. И наконец-то ты здесь. Это да, это классическая фраза в мой адрес должна прозвучать. Я ее готовил. Я к ней, да, очень привык, но. Главное у нас сегодня ваша замечательная Конечно. Станция, которую я поддерживаю с первого дня. Я здесь был, по-моему, в первый день эфира. Ух ты! И с самого начала. И, в общем, сегодня, конечно, не было сомнений отменить все дела и примчать к вам сюда. То есть, поздравить. Как это приятно слышать, Николай! Ты был здесь 15 августа 16 года, два года назад. Скоро вы должны быть переименованы в Земля FM. Вот она. Планета FM. Я вижу, да, это вот амбиции. Вот они здесь у вас на столике. Захватить всю планету. Ну, да. Я думаю, что поклонников твоего творчества найдется в каждом уголке Земли на нашей большой планете. Благодаря вам их только прибавляется. Николай, с кем ты сегодня пришел? Представь, пожалуйста, твоего друга. Из моей команды. Или я из его команды. Это замечательный музыкант, который мне помогал делать этот альбом. Гоша Барыкин. Гош, мы тебе рады, Гоша. Очень рады. Поверьте, что не однофамилец. Представляет династию великих музыкантов Барыкиных. Не менее талантливый и гениальный, чем его отец. Больше известен, наверное, на мировой сцене. Я же говорю, земной шар сейчас разрывается. Да, да. Да. Так что сегодня у вас практически вот двойной удар. И легалайз подъехал. Огонь. Еще вот такой вот неожиданный заготовленный Спасибо сюрприз. Спасибо тебе большое, Гош, классно. Что пригласил. Да, подарки. Ребята. Подарки. Ура. Самые приятные музыкальные подарки. Я отвечу песней, если можно. Давай. С огромной радостью. Прямо сейчас. Мой новый альбом, относительно новый, конечно, который вышел, который я уже представлял здесь у вас, но сегодня впервые звучат песни с этого альбома. Альбом называется «Молодой король». 4 октября я всех приглашаю на презентацию в московские 16 тонн. А сегодня в студии «Страна FM» с поздравлением от «Молодого короля» звучат песни с альбома «Молодой король» для всех. «Страна FM» и вся страна вместе с нами начинает. Погнали! У своих проигрывателей поднимаем руки вверх. Все, и мы поднимаем. Да я себя готовы кричать. На исходную! Все, погнали, ребята, зажигаем. Воу. Оу, е. Поехали. Йоу. Скипет рам микрофон, повелеваю толпой. Сам себе выбрал роль. Ты молодой король. На королевском фрегате я подкатил за тобой. Ты будешь моя королева. Ты молодой король. Ночной король Москвы темной. Вперед везет кимчик наемный. В дороге гонорар маячит. Колонки ждут ударов, значит. Я со своей свитой сытой. Нам стильные места открыты. Где мы тусуем всегда денег кипы. Летают как метеориты. Меня забрал утро по майба. Над слабой заряжаем вайбом. Лечу своим рифмованным дизайном. Передвигаемся звериным прайдом. Я обитаю в плазменных экранах. Я отражаюсь бриллиантов грани. Зато как-то включен микроб динамик. Король толпой своей исправно правит. Скипит ром микрофон. Повелеваю толпой. Сам себе выбрал роль. Ты молодой король. На королевском фрегате я подкатил за тобой. Ты будешь моя королева, кому? Ты молодой король. Посередине танцпола. Двигайся в строго не стой. Все твое этой ночью скажи. Ты молодой король. Привет, молодая красотка. Тому, кто рядом с тобой. Скажи только, если достоин он. Эй, эй. Повелевай толпой. Повелевай толпой. Повелевай толпой. Ты молодой король. Страна. Повелевай толпой. Я молодой король, я зародил игру. Мог бы назваться просто рэп-ру. Я в новую реальность приоткрыл портал. Каждый второй подросток зарифмовал. С тех пор МС зовут меня отцом. Я в 20 лет уже возглавил трон. Номер один в стране уже трецом. И набираю скорость. Ты сам себе реальность выбираешь. Когда раскладываешь картами сценарий. И я решил быть королем, а не бараном.
без косяков, сомнений и стенаний. Я представляю мир ощущений и приглашаю всех союзников с тобой. И я уверен в собственном решении руководить кровавую страной. Кипит ром микрофон, повелевая толпой. Сам себе выбрал роль. Ты молодой король. На королевском фрегате я подкатил за тобой. Ты будешь моя королева, кому? Ты молодой король. Посередине танцпола, двигайся в стробо, не стой. Все твое этой ночью скажи. Ты молодой король. Тому, кто рядом с тобой, скажи только, если достоин он. Эй, эй. Побелевай танцпол, побелевай танцпол, побелевай танцпол. Молодой король. Не спал неделю и не устал. Над боками бизнес-зал. Блистает золотом бокал. Через Майорку на Урал. Над облаками бизнес-класс. Маргани, стюардессы, глаз. В далеком городе фэшн-показ. В отеле Бронь, премьер палас. Она со мной читала глянец. Пол царства отдала б за танец. Тот непростой, уверенный засранец. Пара карат венчает палец. Я обитаю в плазменных экранах. Я отражаюсь в бриллиантов грани. Зато когда включен микро в динамик, король толпой свой исправно правит. Скипит ром микрофон. Повелеваю толпой. Сам себе выбрал роль. Кто? Ты молодой король. На королевском фрегате я подкатил за тобой. Ты будешь моя королева. Ты молодой король. Посередине танцпола. Двигайся в стробо, не стой. Все твое этой ночью. Что? Ты молодой король. Привет, молодая красотка. Тому, кто рядом с тобой, скажи только, если достоин он. Эй, эй. Страна. Ты молодой король. Повелевай толпой. Повелевай толпой. Повелевай толпой. Ты молодой король. Николай, ребята! Гоша! Ну просто короли сегодняшнего эфира. Это грандиозно, качнули, ребята. Качнули, ненадолго мы уйдем. Совершенно, чтобы вернуться и качать дальше здесь с Легалайзом Гошей. Оставайтесь с нами, марафон, ребята. Марафон продолжается. У нас очень круто. Вот так, ребята, не успели даже перевести дух и вновь вернулись к вам, потому что Легалайз сегодня просто рвет танцпол. Между первой и второй перерывчик небольшой. Молодой король. Ты все еще под впечатлением. Я под впечатлением. Только королевские песни и королевские подарки для королевского телеканала, телерадиоканала. Синхронно вещанием в FM-диапазоне. Все, чтобы добить окончательно. Но подожди, это была только лишь разминка. Я знаю, что самое интересное ты приготовил на сладенькое, правильно? Да, супер песня. Это первый сингл, так принято говорить, с этого альбома. «Не верь хайпу» называется. Не верь Я хайпу. Делал премьеру клипа, конечно. Угадайте, на каком канале? На телерадиоканале «Страна FM». Да! И сегодня впервые мой подарок вашему замечательному, вещательному и прекрасному, цветущему, королевскому. Да, да. Несмотря на то, что здесь есть некоторые противоречия, в песне говорится о том, что не нужно верить некоторым средствам массовой информации, но ваш канал в их список не входит. Поехали. Погнали! Не верь хайпу. Воу. Не верь. Сейчас еще давно, когда я слушал рэп, и он был свеж. И пабликами кричали, не верь хайпу, вот был месседж. С тех пор весь мир перевернулся низом вверх. А люди гордость также продают за мелочь. Поехали. Let's do it. Очередной урод грузит народ, ты телевизор врет. И большинство меняет ценности наоборот, лишь дунет ветерок. Мозгом назло, как овцы под нагайкой. Упрямо прям туда, где больше лайков. Модные сайты форсят пропаганду. Нас посчитали, брат, не верь хайпу. Ла-ла-ла. 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 Не верь хайпу. Блоги, лайки, срачи, перепосты. Дайте славы, хайп хотим, как воздух. Вслед за нами ради грамма спроса. Дети наши в непотребных позах. Включай маски, пока не поздно.
не верь хайпу, не распространяй сплетни и слухи. Дворня желай, не будь ведом стадный, крича бонзай, не подражай, путь сам выбирай. Пусть без меня уютную толпою плебей будь заговорящий головой. За бутербродом очередь и давка, вместо свободы Оруэлл и Кафка. Очередной урод грозит народ, и телевизор врет. Не верь хайпу, и большинство меняет ценности наоборот. Лишь дунет ветерок, не верь хайпу. Мозгом назло, как ковцы под ногами. Упрямо брем туда, где больше лайка. Модные сайты портят пропаганду. Нас посчитали, брат, не верь хайпу. Не верь хайпу. Ла-ла-ла. 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 Не верь хайпу. Мы говорим про облик свой моральный и в полный рост поддерживаем травли. Мы забываем все об экстазе статном и распинаем тех, кого понять накладно. Не наша очередь и ладно. Идем парадом, правда, то, что подписали в новостном блоке, сайтики на зале. И с широко закрытыми глазами употребляем то, что проживали. Нет, я сомневаюсь, значит, я мыслю. Если не верю, не помогут числа. Я лучше вне течения у берега понаблюдаю с интересом за истерикой. Очередной урод грозит народ, и телевизор врет. Не верь хайпу. И большинство меняет ценности наоборот. Лишь дунет ветерок. Не верь хайпу. Мозгом назло, как ковцы под нагайкой. Упрямо прем туда, где больше лайка. Модные сайты портят пропаганду. Нас посчитали, брат. Не верь хайпу. Бла-бла-бла. 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 Модным быть не модно. Эй! Круто отличаться. Эй! Даже если сложно. Эй! Пробуй разобраться. Эй! Даже если трудно. Эй! Против сотен, если. Эй! Просто пробуй помнить. Эй! Что значит быть честным? Очередной урод грозит народ, и телевизор врет. Не верь хайпу. И большинство меняет ценности наоборот. Лишь дунет ветерок. Не верь хайпу. Мазом на зло, как овцы под ногами. Упрямо прем туда, где не больше не лайков хайпу. Модные сайты портят пропаганду. Нас посчитали, брат, не верь хайпу. Бла-бла-бла. 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 Я поздравляю Браво! Вас всех, дорогих, еще раз приглашаю 4 октября в московские 16 тонн на презентацию моего альбома, песни из которого вы уже услышали раньше всех. Опять Страна FM впереди. Вопрос-то есть еще более актуальный. Ну нет мочи ждать до октября. Что-то поближе, может быть, совсем. На неделе, на следующий. Завтра. Когда? Послезавтра, в эту пятницу, московские облака, замечательный клуб, ночной концерт, отчетный московский клубный концерт. Но это клубный концерт, а 4 октября настоящий концерт. Жара. С музыкантами, с гостями. А тогда просто Николай приедет в пятницу, ничего. Да, в пятницу в облаках ночью встречаемся, всем совершеннолетним только, конечно же, относятся. А остальные, слушайте, Легалайзена, Страна FM. Не можем мы отпустить вас, парни, без вишенки на торте, а вишенка на торте – это наш гимн. Все пишут артисты по строчке, все это в рифму. Последние две строчки были от Вахтанга. Вахтанг, предпоследняя, на стране, а дальше Five Star Family написала: настроение есть, даже если настроение не. И дальше вступаешь в дело, Лига Т. Так, а давай мы сделаем строчку и рифму к ней. Лига, как у тебя с рифмой? Я думаю, что это твой конек, поэтому подходи, даю, пожалуйста, маркер к нашему стенду и бери давай. Микрофон, да. Смотри, последняя строка. Настроение есть, даже если настроения не. Ну смотри, здесь можно новую рифму уже задать, в принципе. У нас двустишье, это что? Ямб-хорей, как это правильно? Это ямба-хорей. Это ямба-хорей. Хореям, знаешь про такое? Хореям, я да, знаю. Молодой король. И дальше все. Года. В. Мне нравится, что Легалайз как король поступил с этим, понимаешь? В игре. Своим, молодой. Своей строкой занял весь этот пост. Забираю маркер. Молодой король. Передаю королю. Кому? Да, королева.
рядом с королями, конечно же. Ой, это... Приятно. Да, да, да. А, вы короли, я королева сегодня. Ну, надо вот так сидеть, кто, ребят, я знаю вот этот жест. Кто королей делает королями? Как не девушки. О-о-о, вот это да, вот это мне нравится, кстати. Лика, а для тебя, девушки вообще, что в них важнее? Какое качество? Сейчас все девчонки сделали подружку. Давай, секретики, красота. Раскрывай. Красота. То есть ум, ну, для вот тебя не важен и юмор тоже? А это все входит в это понятие. Это же красиво. Это же красиво, когда красивая девушка красиво мыслит, красиво говорит. Ну, красиво так, думает. Напросилась Маша на комплимент. Да, все понятно. Легалайз, Гоша сегодня также поздравляли в нашем марафоне всех нас. Оставайтесь с нами, марафон продолжается. Музыкальный. Страна FM принимает поздравления.